Опять то же самое. Ради таких слов просто даже имеет смысл играть за высокого эльфа, чтобы тебе говорили «следующий высокий эльф». Я, кстати, знаешь, что не понимаю? Вроде как сейчас должна играть музыка. Ух ты, как интересно. Я умер. Охренительно. Слушай, а автосейв был вообще или нет? Это Skyrim и здесь возможно все? Да. Ты посмотри на его рубашку. Че за чушь вообще такая? Че за хрень? Вот, ну я не знаю, вот... О боже мой, по-моему, она тормозит. Блин. В общем, вот это оно. Я не знаю, вот ты разбираешься вообще в современных новомодных Скайримах? Ну, модах. Да, видел. Видел. Слушай, такой вопрос. В них есть вот эти вот накидки, плащи или что-то такое в виде отдельного атрибута одежды? Ну, не знаю, вроде есть. Вроде есть. Ну, да. У меня вот тоже вот есть. И я не знаю. В общем, это опять в очередной раз уже в десятый раз этот самый высокий эльф. Девица нельзя не соблазниться. И это самое. И я всячески пытаюсь собирать всякую хрень. Снег. Знаешь, я очень много пытался раз выключить тени вообще, чтобы их не было. Mm-hmm. Ну, по всей видимости, есть только вариант с этим самым, с... Черт, я взял корзину. Я взял корзину, и это отличный повод тебе показать вот это вот меню. Я не знаю. Знаю. Вот такое вот меню, да. Это очень-очень клевая вещь. По крайней мере, я смотрел, это человек, который, ну, устанавливал все моды. Конечно, все моды? В смысле, все моды? Ну, я имею в виду, не знаю, там, ну, по максимуму, там что-то... То ли репак был, ну, кто-то вот сделал это, там... это тот самый, я думаю, это тот же самый репак, что и у него. Вот я так думаю. Ну, у него там на Майнкрафт, ну, тут эти стивы гуляли. Оружие из Майнкрафта было, ну, куча всего, короче. Ну, нет, ладно, уломал. Не до такой степени. Оружие из Майнкрафта — это перебор, потому что у меня на моем репаке было написано, что именно, как сказать, именно в духе атмосферы, то есть атмосфера сохраняется. Вот так же вот это вот Q, ну, то есть это самое. Та штука, которая немножечко появлялась здесь, ну, ты ее, наверное, тоже знаешь. Ты понимаешь, что ты сейчас видишь? Mm-mm. Ну, то есть, есть же быстрый выбор. Вспомнил. Избранное. На один вот это выбирать оружие. Да. Вот это вот избранное. Это мое избранное. И сейчас я изо всех сил пытаюсь прийти в Фолхрид, и я иду в обратную сторону, обалдеть. Неужели... О, черт! Так, стоп. Во! Так, злокрыть. Получай. Где ты? Стоять. Ты понимаешь, просто они меня это самое. Они меня очень все заотравляли своими болезнями. Всякие там волки. Ну, короче, классика. Вот. И в связи с этим я категорически хочу молиться, чтобы меня от болезни избавила молитва. Вот. А это единственное... в любом городе. Ну да, это... Но ты уверен, что есть какие-либо... Как шрайн по-русски? Где вообще молятся? Как это называется? Церковь. Что-что? Церковь. Нет, святилище или святилище. Ну, что-то в этом духе. Короче, ты думаешь, это есть в Ривервуде? А, Ривервуд это не город, поэтому да, нет. Это... Понятно. Так, и мы, соответственно, видим каких-то ублюдков, которые уже видят меня. Это обалдеть. Так, стоп.
Тут, кажись, квест на собаку будет. Да-да-да, квест на собаку это как раз в том городе. Вот, и собака это как раз очень даже хороший хренов напарник. Так, ну-ка, так, попасть. Вот, и поскольку у нас тут такая абсолютная неинтересность... Блин, стоять! Стой, стой, сволочь! Стой! Ну! И я по нему не попал, конечно же. Кстати, это... Да-да-да. Ты проходил этот квест на собаку или нет? Да, проходил. О, а, да, точно. Там у меня же шлем был, конечно. Это помнишь? Он предлагал или там мощь, или золото кучу, или чтоб собаку отдать ему. Не помню. Ну да, вроде было, да, и чё. Вот, интересно, что будет, если выбрать, чтобы быть супермощным или куча золота? Я не уверен в том, что это сработает, потому что он же ублюдок, может быть, он это самое, может быть, он скажет, что, типа, ты там это выбрал, и ты нехороший человек, и я не знаю. Ну, то собаку тогда себе оставишь. Ну... Я вот не уверен, что так вообще бывает. И тем более, что он будет бессмертный и все время со мной ходить, это как-то... Ты знаешь, чем меня заразил? Говорить ублюдок. Ой, ну это изначально вообще пошло, я точно не знаю, откуда это пошло. Это как-то категорически связано с моим другом Сергеем, о котором я 1000 раз рассказываю. Ну, короче, это как раз с ним пытаемся... Ну, не пытаемся, все хотим, но все никак не можем снимать это, как это... Робинзон Реквием вот этот вот. Вот опять в очередной раз хотели вот на тех выходных, и ни хрена не записали. Вот. И опять вот, по-моему, да, мы сегодня в очередной раз говорили о том, как лучше сделать то, как лучше сделать это, как лучше что-то записать, что-то зачитать. И опять же говорим, как там на выходных эти самые планы-то вообще? Ну, как бы на выходные у меня, у него. Он говорит, ой, не, я наверное, занят буду. Я такой говорю, ой, да, я сам поздно приеду с работы. И у нас еще это... А Олег еще общий друг, у которого как раз баня есть. Боже мой, какие тормоза! Ты не говорил, что у кого-то из твоих друзей баня есть? Я же говорил, что я в баню хожу периодически. Ну, я думал, ты платишь за нее. Нет. Нет, это у него, у дома. Ну, вернее, как, это не совсем у него, это у его родителей, но он пока что живет у родителей. Родители, они его уже почти совсем отправили в одинокую жизнь в квартире, они ему почти совсем выделили эту квартиру. Единственное, что он собирается в ней еще сейчас ремонт провести, хотя она достаточно качественная. То есть там жить можно, там не то, что там какая-то ерунда. Там у него бабушка, по-моему, жила в той же квартире, а может и нет. Что-то в этом духе, короче. Судя по всему, он не бедный. Да, он такой. Он человек у нас при деньгах, очень даже при деньгах. И, боже мой, какие лади, это просто потрясающе. То есть, ну, нужно вот подойти в какую-то местность, подождать, пока она прогрузится. И потом уже кое-вот так вот, еле-еле вот в нее вот входить. Ты, так, кстати, про ублюдок так и не рассказал, что там. Да, ублюдок. Вот Страж Волкрит меня вроде пускает спокойно, вроде. Вроде бы. Я думаю, изначально это пошло вообще просто потому, что такое часто бывает, хочется сказать, локализация, никак не локализация, а... Ну, в общем, в фильмах, вот смотришь какой-нибудь фильм по-русски... Вот, а там какой-нибудь, я не знаю, или мат, или еще что-нибудь в этом духе. И почему-то так вот, я не знаю, вот как в современных фильмах, но вот в каких-то фильмах вот было такое, что людей называли ублюдками, вот. И я не знаю, вот у Сергея, он вообще любил всякую ерунду брать из фильмов, причем из таких фильмов, которые... почему-то были, по-моему, все-таки мало популярны, вот, по крайней мере, вот в те вот школьные времена это были не совсем, но что мертвым чего? Я думаю, у тебя какой-то потрепанный. Ты как, в порядке? Что сейчас случилось? Я что-то открыл? А что я открыл? Дом. А, вот это вот...
А что это вообще такое, мертвым припарки? Это таверна такая, что ли? Зайди. Я не хочу. Я хотел сюда помолиться прийти вообще-то. Я сейчас ищу где-то идиотское кладбище фол... длинный дом. В общем, я открываю дома. Обалдеть. Это я не знаю, это или мод, или... Ну да, мод, такого раньше не было. И... Где-то здесь можно помолиться. Я помню, заходишь в главные врата и налево. Давай дальше рассказывай, пока не забыл. А что я говорил? Ты уже забыл? Нет, ну я говорил что-то про ублюдка. А, про ну фильмы. Он это самое, он любил это фильмы, да-да-да-да-да. И это фильмы были, короче, по типа... например, вспомнить все там... И еще какая-нибудь хрень. Я помню, там была такая фигня, она называлась «Пирамидальная шахта». Вот здесь же должен быть. Во, все, ура, ура! Кое-как с трудом загружающиеся, появляющиеся из ниоткуда кладбище. Есть, я помолился Аркею. По-моему, как раз ему молиться нельзя, да? Или можно? Можно. Аркей это кто? Это он запрещен или у тебя там было написано что-то убрано или что-то такое? Ну, что-то плохое. В смысле плохое? Ну да, все правильно. Я был болен, я поэтому хотел как раз помолиться. Ну вот. У меня теперь есть вот это волчий черный плащ мороза, вот эта высокая всякая фигня. Сейчас, секунду. Благословение вот идиотского Аркея. Че, она действует только 7 часов? Угу. Че так мало? Ха, обалдеть. Че так мало? Вот гады. Ну, в общем, из фильмов это пошло.